кто не состоит в этой ассоциации, тем они не нужны, потому что они без клиентов. Если едешь по ЦМРу, оно вообще не надо. Ну, а если вопрос? Требуют, тогда? Я извиняюсь, можно вопрос? Есть водители, желающие вернуться назад, если им поставят возврат? От возврата, да, они даже готовы не заезжать. Возврат. Какой-то. Так же получается, что... Возврат — это когда мы пропустили кого-то. Это уже коррупция. Ну, у вас аннулировали. Ну, это опять же водителя будет виноваты. Почему? Воду не отключать. Это получается, водитель не виноват. Допустим, заехал. Так что, не прошел это море. Надо остановить. Таможня здесь открытая. Таможня открытая, но я туда попасть не могу. Выбегнет в голове. Так получается? Ну вот, допустим, водитель ехал, хотел, вот у него товар уже оформлен. Он хочет поставить назад, я верну. Если там каких-то документов не будет хватать, вы же меня будете ставить его назад, правильно? Ну, это если ситуация другая, не то, что у вас просто вернут, а могут еще и протокол составить из-за этих отсутствия этих документов. А какую ситуацию надо создать, чтобы без протокола? А если брокером просто не дооформил все документы? Ну, мы здесь не при чем, правильно? Ну, там...